スタイルを取る。レイフィールドのボーダー仕様エアロンダイトなら選ぶ必要は。レレ、как дела? С Нэнси поговорил? Да, она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять всеми верт. Но круто. Ты нашел Генри или Дэнни? Пока только Генри. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Мне тоже надо? Зачем? Ну ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце-то концов. Лови адрес. Цыганские приколы. Умная штурмовая херня. Thank you.
и гляди. Что тут случилось? Может, у нее ремонт? А Генри одолжил бетономешалку. Да-да. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Ну ладно, значит, ищем дальше. Ты, блядь, ебанутый? О, бля. Ви, это хорошо, что ты приехал. Что ты тут у нас делаешь? Проблема. Это и есть тот самый сюрприз Генри? Да. Походу, я много пропустил. Он почему-то сильно обижен на Дэнни. Ты мне за это и поэтому залил ей бассейн бетоном? Ну, Генри всегда был эмоциональным. Еще один повод к тебе зайти. А что между ними произошло? Может, тогда ты мне расскажешь, почему ты бросил меня подыхать на детали, но вроде как Дэнни однажды исчезла, потом пряталась от Генри. А чё ж ты, блядь, не подох-то? Подозреваю, это было нетрудно, если он все время торчал, а потом сидел в рехабах. Пошел нахуй отсюда! Вот именно. А потом я дал ему ее адрес. Не устроишь мне экскурсию? Что в итоге с концертом? Я пока еще не говорил с Дэнни, но... Похоже, ничего у нас не выйдет. Подойдешь к ним хоть на Ви, шаг, поговори и ты с ними. Керри только хуже сделает. Я не шучу. С дружком пришел? Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся? Я вообще-то от Керри. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Он не знал, что вам говорить. Вы же оба его друзья. Ой, смотри, какой чувствительный. Как будто не он подбросил этот мешок с говном мне под дверь. Мы хотим возродить самурай на один вечер. А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. Дэнни! Нет, ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Дэнни не хочет со мной играть! А мы уже обо всем договорились! То есть Керри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уебывайте с моей лужайки! Бля, я не хочу выбирать. Ну? Может, кто-нибудь расскажет, что случилось? Ослеп, что ли? Он залил мне бассейн бетоном. Наверное, у него была причина. Серьезно? Причина? Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Керри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Бля, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Керри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Закончил? Вали. Ладно. А что с Нэнси? Я с ней на связи. Она сказала, позвонит, когда все устроит. Увидимся на концерте. Блять, теперь еще и с этим надо что-то делать. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Осталось только подождать Нэнси. Бетон, блять, нахуй. Интересно, как он, блядь, нахуй сюда заехал вообще, блядь. Такой приправился сразу, бац. Ну, блядь, надо же, блядь, взять и взять, как бы, нажать на кнопку, а не спереди. То есть, ты берешь, влазишь с этой хуйни. Потом сзади такой, оп, сзади. То есть, как он успел, как она вообще не среагирует, как у нее охраны нету.
Все в порядке? Нет, блядь! Это чмо опять мне напомнило, насколько все не в порядке. Ну ничего, концерт у меня все пройдет. Интересно, что Генри ей сделал? Думаешь, это он виноват? Обычно Дэнни не ведет себя, как злобная сука. Думаю, она знала, что концерт важен для Генри. Во-во, вряд ли она так бесилась из-за бассейна. Синтия, жена Пеппе. Помнишь меня? Да, помню. Не знаю, что ты ему сказал, но спасибо тебе. Огромное спасибо.
Ville, on est des sauvages, la nuit on crée des orages. Elle fait couper le vide pour sa cache dans le fourrage. Des miroirs, un mirage, pistolet, pirate. Ta pute, elle me gosse, tire le nuage. Dans le chamon, una serpiente. Fouille ta maison, Pandora ausente. Tu en silence, brevemente. Dans tes cauchemars, sont tes péchés. C'est un serpent, una serpiente. Fouille ta maison, Pandora ausente. Tu en silence, brevemente. Matamos por la noche cuando no. Todo el mundo salva, la nena bailando por la música no pare. Llegamos a la batalla, una cepa de animales. Ram, pam, pam, mano arriba, everybody. Llegamos a la batalla, todo el mundo salva, la nena bailando por la música no pare. Llegamos a la batalla, toda la nena en camuflaje. Con la gente pa' atrás, ah. C'est un serpent, una serpiente. Fui ta maison, cuando era ausente. Tu en silence, algo de mente. Dans tes cauchemars, son de... Ты бы хуел? Он в укрытии! Сам террорист. Это 300, нихуя себе, блядь. Сколько там, блядь, получается? Ага, 1000, блядь, пиздец. Лучше зарабатываешь, походу. Сколько там, бля? Ага, высокий. Наивысший. Нет, я наивысший поставлю, когда будет уже 40 уровень, как минимум. Сохранение атака.